Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале компании «Купи салон» – крупнейшего автомобильного ателье в России. Мы занимаемся перетяжкой салонов, и сегодня я хочу вам показать автомобиль, и салон которого мне по-настоящему очень понравился. Он строгий с одной стороны, с другой стороны очень стильный, молодежный, яркий, солидный и, естественно, включает в себя различные способы декорирования. О них сегодня и пойдет речь. Но перед тем, как продолжим, я хочу поблагодарить всех тех, кто нас активно поддерживает. Спасибо вам за ваши вопросы, за то, что звоните нам, за то, что наши видеоролики сподвигают вас на то, чтобы приехать и сделать свой автомобиль более привлекательным. Ну и, конечно, для тех, кто смотрит наш канал нерегулярно, советую подписаться на него, а также кликнуть на колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе появления новых серий. Ну и, конечно, не забываем активнее комментировать и задавать свои вопросы. Дорогие друзья, салон этого автомобиля несколько объемнее с точки зрения проводимых в нем работ, чем, ну скажем, большинство стандартных автомобилей. Дело в том, что здесь, помимо того, что перешиваются сиденья передние и задние с подголовниками, само собой, центральный подлокотник, вставки в дверях, есть еще несколько элементов, которые Toyota добавила, и не зря. Они открывают перед нами огромный потенциал для творчества. Думаю, что автомобиль Toyota Camry, несмотря на то, что мы уже снимали несколько видеороликов по переделке этого автомобиля, кстати, все ссылки в конце, мы будем снимать и дальше, предлагая разные интересные современные варианты дизайна. И именно такое необычное исполнение вы видите перед собой, осматривая салон этой новой Toyota Camry. Дело в том, что вот этот рисунок расплетающихся, как мы их называем, ромбиков, то есть сначала они маленькие, потом они становятся все больше и больше, и наконец выводим их в прямые линии, характерен для автомобилей Mercedes. Такой дизайн можно встретить, в частности, в S-классе, 63-м кузове, а в нынешнем поколении Геленвагена вы можете увидеть практически идентичный рисунок. Это очень удачная дизайнерская находка, здорово поселилась, и мы ее сюда поселили, в салоне Toyota Camry. Обратите внимание, как здорово сочетаются по цвету боковой кант и декоративная отстрочка, а также контрастные вставки на подголовниках и верхней части спинки. Они не выглядят навязчиво, они не выглядят назойливо, они не выглядят супер яркими, спортивными даже. Но этот автомобиль чем-то сразу завораживает. Мне очень нравится сочетание декоративного канта по периметру и параллельно с ним декоративные отстрочки. Они дополняют друг друга. Строчка ровная сама по себе выглядит классно. Декоративный кант улучшает вид салона, а когда мы объединили и кант, и строчку, получили совершенно невероятное сочетание. Строго, стильно, премиально. Как и предыдущее поколение, Toyota Camry стала хитом. Этот автомобиль наверняка и дальше будет продаваться в невероятных количествах. Больше 2000 новых автомобилей каждый месяц. И наверняка найдется немало владельцев, которые сразу захотят преобразить салон своего автомобиля. Кому-то это надо, потому что тканевый салон недостаточно практичен. Кому-то хочется добавить эксклюзивности, премиальности и декоративной изысканности. Ну а в этом автомобиле, как я сказал, можно подчеркнуть практически любые элементы. Дело в том, что здесь перешивается, помимо сидений, центрального подлокотника, еще и дверных вставок, подлокотники на дверях, руль, а также две достаточно крупные накладки на передней панели торпеды. Их тоже можно было бы скомбинировать по цветам. И если кто-то захочет приобрести автомобиль и сделать его более ярким, то нет ничего лучше, чем выбрать именно такой материал. Здесь мы использовали очень качественную кожу Nappa с гладким рисунком, само собой. Но она не является натуральной. Это эко-кожа, а потому нам удалось за скромный бюджет получить очень достойный дизайн, ну а с учетом практических свойств этого материала, 5-летней гарантии и очень простого ухода, я уверен, что салон придется по вкусу не только вам, но и следующему владельцу этого автомобиля, ведь рано или поздно, когда вы решите его продать, этот салон, возможно, поможет вам сбыть свой автомобиль быстрее, а может быть даже и дороже. Друзья, подобные проекты выполняются многочисленными автомобильными ателье. В России много компаний, которые утверждают, что они могут
называть себя автомобильным тюнинговым ателье. Но только в нашей компании вы всегда можете рассчитывать на высочайшее качество, поскольку мы работаем уже много лет и накопили колоссальный опыт. Очень короткие сроки, данный автомобиль можно исполнить всего за один рабочий день. Такого вам не предложит никто. И, конечно же, прекрасную гарантийную поддержку, сопровождающуюся качественным клиентским обслуживанием. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов. Ну а если вы пока только интересуетесь этой тематикой и вам просто нравится то, что мы делаем, не забывайте подписываться. Ну и, конечно, следите за нашей компанией в ежедневном режиме, что сделать очень просто. В описании к видеоролику вы найдете ссылки на аккаунты в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и на drive2.ru. Там мы в ежедневном режиме выкладываем посты о своей работе. Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков. Всем удачи, берегите себя. До свидания.